Итак, в курсе 24 мы продолжили работу с canvas, то есть с холстом, и рисовали разные вещи, учились рисовать. Это точки, безье, линии. И самое главное, чему было уделено самое большее время, это ячейки вентилятора. Ну, я так по-своему называю, в принципе, они так и называются. То есть это делали в коде, но самое важное, наверное, это вот эти вещи. Потому что они дают возможность путем перехода треугольника в треугольник изменять текстуру в мобильных приложениях. Допустим, можно делать какие-то взрывы в играх, текстуры, картинки, но это очень крутая вещь и очень классно, что это поддерживает Kiwi. Поэтому разбирали мы очень подробно и теорию, и практику, рисовали, познакомились с новыми вещами, ну, как, по сути дела, с настроек мало что мы нового знали, только сами классы, это Paint, Bezier, Mesh, и тут, конечно же, познакомились с новыми настройками. Я думаю, что так как мы проходим очень подробно, сейчас я говорю для тех, кто первый раз смотрит это вообще видео, мы идем по плану с нуля, по шагам. Значит, действительно можно учиться продавать. Сайт python-android-spb-tut.ru, если это сложно запомнить, то можно познакомиться сразу с двумя сайтами. Набираем spb-tut.ru, это школа Django, далее нажимаем еще и дальше нажимаем Python for Android. И обязательно придете на сайт Android. Успехов!